смотрю, что не знала. Дуба, а дуба, наверное, так делать, напьется. Шуба. Шуба из дуба, твой, не надо. Шуба из дуба, твой, я. Фотографии хочу отобрать. И в чате разместить. В чате? В чате 100 грамм называется. 100 грамм в чате. Ты 100 грамм есть? Я говорю, нет, 100 грамм надо. Сейчас 100 грамм. Я пишу. Тебя. Не верьте, ребята, девчатам из чата. У них уже дети и даже внучата. Правда, ты сейчас что-то темнишь, я смотрю. Ну хорошо, объявление подъезд дала. Какое объявление? Дом нашему 100 лет исполняется. Вот, памятник архитектуры. И что? Женя будет конкурс проводить. Название «Почет на сторожевом доме». Призы ценные, подарки дорогие. Иди. Говорю, надо знаю. Тебе что надо-то? Чего? Уже я всю жизнь мечтаю. Путевку выиграть. На Ибицу. На Ибицу хочу! Что ж там будешь делать, надеяться на ее ответ? В шашки играть, ты с шипами корова. Ты сама о чем-нибудь мечтаешь? Мечтаешь. Я всю жизнь мечтаю на пенсии выйти. Понял ты тебе? Слышь, как ты? А я по всем статьям подхожу на этого старого охранял. Да не охраняла, сторожила. Сторожила человек, который много лет на одном месте прожил. Понятно. Я вот наш подъезд сам старый. Я в нашем подъезд сам старый, что ж плохо. С тобой получается, что главный приз, видимо, между мной и мной. Тишкин пистолет. А ты что ты мне ничего не сказал? А я-то думаю, что зачастила? Ты втихаря хоть. Нарисовалась, не сотрёт. Ты собака такая приз, что ли, в одиночку без меня хотел? Что это? Нет у меня шансов. Мы с тобой считаем, он в один день родились. Ну вот какого ты родилась? В смысле? Какого числа или какого хрена? Какого числа ты родилась? 3 января. Какого года? Каждого. Ну ты пойми, я понимаю, ну просто я старею, вот. Ну иди в ой, что я слышу? Мне сонили! Не манави, всю жизнь твердила, что моложе меня пяточки берут, съедают. Будем делать, что может, чемодан будет, да? И малай так не гриви, главный Иван Федорович, после дяди рюмки орешь, что тебе английская Чехова в подметке не годит. Ты зиму и характер изъянов. Есть у меня один изъян. Какой? Хвастаться я. Что ты? Понял, так что как я хуже тебя вытяжу. Мы просто... Потому что я старею. И тебе режу. Иди в зеркалку, я не знаю, что там понять, что я старею. Как это не смело? Нет, хороший анекдот, крепкий, просто
секретаршу. Может, вы знаете, я, кстати, рассказываю, может, вы все знаете, уж тут город-то небольшой. Секретарша говорит, встречать подругу, говорит, привет, привет, представляешь, мой-то любовничек, со вчера она такую шубу дополнила мне, подарила, она говорит, да ты что, да, а вчера, представляешь, кольцо с рубином подарил, да ты что, да, а сегодня, представляешь, замуж позвал, она говорит, а, экономить начал. Хороший, да, я не знаю, что ты можешь сказать, что ты. Ваня, ребят, все хорошо. Ладно, я еще один расскажу хороший анекдот, мне нравится. Может, тоже не новый, может, вы тоже знаете его. Это две акулы сидят под водой, мать и сын. Сын говорит, мам, я что-то есть хочу. Он говорит, ты маленький, да? Я же тебя учила. Иди на пляж, плыви туриста, выбери себе три круга вокруг него, сделай его так вот, доешь. Он говорит, мам, я так есть хочу, можно я круги не буду? Сынок, хочешь с какашками, ешь с какашками. Айфон, ты слыхали вы? Нет, не знаю это. Расскажу, может, кто не слыхал. Купил, говорит, себе iPhone 6 Plus за 77 990 рублей. 10 рублей сдачи взял. Положил в задний карман джинсов, сел в машину, слышу хруст. Думаю, господи мой, это был просто перелом позвоночника. Thank you.
шортовой мазью. Разбили, разбили цветочек. И мы с ними песни перед нашими.